День России омские студенческие отряды открыли третий трудовой семестр. В этом году в 36 регионах страны будут работать почти 4000 человек. По традиции трудовая вахта стартовала с торжественной церемонии на площади у памятника труженикам тыла. С приветственными словами к бойцам обратились заместитель председателя регионального правительства Татьяна Дернова и мэр Омска Сергей Шелест. Мы очень рады, что традиция никуда не уходит. И очень важный для всей нашей страны праздник мы вновь собрались здесь. Мы вновь будем желать вам, дорогие ребята, успешного трудового семестра. Мы вновь будем верить, что вы станете лучшими в нашей стране. Вы это подтверждаете всеми предыдущими годами. Мы уверены в том, что ваша польза и ваша работа очень нужны именно сегодня. Это очень непростое время. На торжественном построении командирам и комиссарам отрядов вручили флаги Омской области и путевки на всероссийские и международные объекты. Это стало уже большой традицией здесь, у памятника труженикам тыла, проводить это мероприятие. Для ребят это очень важно. Для страны это просто необходимо, потому что действительно сейчас, наверное, такие вот вещи, которые связаны с историей, потому что студенческое движение – это все-таки история, у которой уже почти 60 лет, и это действительно очень серьезная история, которая помогла стране и помогает стране. Для нас все отрасли открыты, и мы сегодня принимаем этот вызов, потому что кроме ковидных ограничений мы очень боялись, что экономическая ситуация и введенные санкции ударят по количеству рабочих мест. Но для нас все наши отрасли, наоборот, получили стимул к развитию. И сегодня запрос от работодателей, притом проверенных наших, с которыми мы много лет работаем, превышает практически на 30% наши возможности. И мы понимаем, что вот именно в этот сложный период для страны студенческие отряды готовы включиться, готовы своим трудом помогать стране. В этом сезоне омичи примут участие во всероссийских стройках Кемерово, Норильске, проекте «Прорыв» в Томской области, на БАМе. Возросло значение таких направлений, как сельское хозяйство, работа вожатыми и сфера сервиса. Я в этом году представляю Омскую область как командир межрегионального сводного студенческого сервисного отряда «Сириус» в Краснодарском крае. Наша основная задача – это представление качественного сервиса, обеспечение хорошего отдыха наших россиян. В этом году ожидается большой поток туристов, которые поедут в связи с санкциями на побережье у нас Черного моря. Будем делать все возможное, обеспечивать качественный сервис. В завершении церемонии бойцы студенческих отрядов возложили гвоздики к памятнику труженикам тыла и сфотографировались на память.